34 года Дом детского творчества успешно ведет свою работу по воспитанию детей. Здесь занимаются более 800 воспитанников, талантливых малышей и выпускников школ. Дом детского творчества для каждого из них действительно стал вторым домом. Здесь ребята взрослеют и развивают свои таланты, постепенно превращаясь в яркие звезды на Десногорском небосводе. А возглавляет Дом детского творчества и его дружный коллектив Елена Долженко. Дети очень яркие, очень красивые. Они повзрослели за этот год. Много чему научились. И сегодня вы вот как раз увидите концерт наших творческих объединений. На отчетном концерте ребята продемонстрировали яркие концертные номера. Они познакомили зрителей с чудом, которое нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. И чудо это – детское творчество. Вспомнили воспитанники и о подвиге советского народа, подарившего стране победный май 45-го года. Великой победе они посвятили большую часть своих выступлений. Это были и трогательные танцы, и проникновенные песни, и душещипательные стихи. Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? В это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровные одежды убитых считали. После насыщенной концертной программы началась церемония награждения. Дипломы вручили победителям и призерам областных конкурсов. Грамотами наградили педагогов, под чутким руководством которых дети создают свои творческие номера. Благодарственные письма получили все коллективы Дома детского творчества и его выпускники. Особенно отметили выпускницу школы вожатых Екатерину Гурченкову. Июнь-июль я работала в лагере с детьми. Это очень непередаваемо, очень прекрасно. Мне понравилось. Приходите в Дом детского творчества, давайте детей, и они будут развиваться, взрослеть, будет отлично все. После того, как свои выступления показали хореографические коллективы, вокальные коллективы, коллективы народной песни, детский театр и творческие объединения, зал отблагодарил выступающих бурными аплодисментами. Очередной отчетный концерт воспитанников Дома детского творчества стал значимым и запоминающимся событием для всех его участников. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.